Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, это те, которые будут видеть нас на YouTube, на Facebook, поскольку все программы у нас записываются. Сегодня 30 декабря, остается один день до Нового года, до 2016 года. Ну и, как всегда, у нас по средам, сегодня среда, мы встречаемся с человеком, которому мы уже провели не одну программу. Ну вот я сегодня с ним веду эту программу. Это, будем говорить прямо, это таролог нашей эпохи, современности. Ну, один из главных, я бы так сказал, тарологов государства России, страны, Сергей Савченко. Сергей, рад приветствовать вас в нашем эфире. Ну, наши радиослушатели, телезрители уже видят Сергея на своих экранах. Видят они также, так сказать, вашего покорного слугу. Меня зовут Михаил Мелехов. Мы находимся в городе Чикаго. Радио Сан-Гейтс – это, так сказать, филиал или отделение Сан-Гейтс-центра. Ну и наши координаты 847-226-9956. Те, кто хотят с нами пообщаться, задать Сергею вопросы. Если такие будут, но они обязательно будут после просмотра нашей программы. Эта программа особенная. Ну, как нас найти? Во-первых, это sungatesradio.com. Ну и на Фейсбуке это Sungates Radio. Или на YouTube это также Sungates Radio. На русском языке программы у нас идут в этом формате. Ну, а почему программа особенная? Ну, во-первых, Новый год, так сказать, не за горами, остается один день. Ну и поскольку Сергей специалист в Таро, и поскольку мы с ним ведем эту программу, ну, не помню, может быть, первая программа у нас была вместе, но тем не менее, Сергей, что для вас Таро? Я знаю, что для вас, кроме того, что это вся жизнь для вас, так, поэтому ничего другого, собственно говоря, нету. Но тем не менее, Таро в плане это предсказание, это гадание, потому что существует такое расхожее мнение. Давайте мы сейчас погадаем на картах Таро. С моей точки зрения, это не совсем правильно. Как вы считаете, или как вы знаете, точнее? А я думаю, что это как раз очень правильное мнение. Правильно? Гадание? Конечно, гадание, да. Я получаю информацию. Таро – это инструмент, с помощью которого я эту информацию получаю, извлекаю, расшифровываю. С кем я связываюсь, как это назвать? Высшие силы, космический разум, Сириусы, там, пирамиды, не знаю. То есть, каким-то образом, куда-то заходит этот запрос. Он оттуда возвращается. Он реализуется передо мной в виде карт Таро, которые я потом расшифровываю. Но для того, чтобы я этот запрос послал, кто-то должен задать вопрос. Я хочу изменить ситуацию. Я хочу узнать, что у меня будет так-то и там-то. Вот. А если я, простите, хочу узнать, как в известном старинном фильме, есть ли жизнь на Марсе? Да не вопрос, разложим и посмотрим. Давайте. Легко. Давайте. Если же, давайте, видите, глобальный сперва вопрос. Никто не знает, если, ну, гадают ученые, там, телескопы, да, какие-то очень серьезные. А вот это Сергей Савченко знает. Нет, я тоже не знаю. Тоже мы не сейчас знаю. Посмотрим карты, да. Вот карты дадут информацию. А какова, да, простите, вот пока вы раскладываете карты, да, а скажите, какова вероятность этого события, которое человек хочет задать, осуществление этого события, или вот вопрос, который я задал, вероятность правильности, так скажем, как или нет такой? Блондинка, да. Вероятность встретить динозавра на улице 50%, или встречу, или нет. Логично. Чтобы, да, ответить на вопрос про жизнь, мы должны видеть те критерии жизни. Что мы считаем жизнью? Если это лишайник, это уже жизнь или еще не жизнь? Если это бацилла какая-нибудь бегает там или лежит под камнем, это жизнь или не жизнь? То есть, понятное дело, что если там кошка или собачка, это уже жизнь. Вот где у нас нижняя граница, что мы считаем жизнью? Вы знаете, я вот небольшую ремарку. Я когда-то слушал лекцию одного довольно известного человека. Мы с ним тоже когда-то вели программы. Он живет, кстати, на Дальнем Востоке, тут недалеко от места, где вы находитесь. 4 суток на поезде. Ну, недалеко, по сравнению с нами. У нас больше, на поезде даже не доедешь. Так вот, он читал лекцию. Он читал лекцию в Новосибирском академгородке.
И там, ну, меньше, чем, я не знаю, были ли там кандидаты, может быть, и было парочку, но доктора, академики. И вот он читает лекцию «Есть ли жизнь на Луне?». Такая странная какая-то такая вот лекция, да, ну, для начала. И вот он рассказывает, закончилась лекция, подходит к нему академик какая-то женщина и говорит: «Дорогой вы наш лектор, вот какую-то галиматью вы тут несете, вот что-то рассказываете, хрустальные дворцы, вот у меня», и показывает фотографии, «вот у меня видеоснимки самого большого, самого мощного телескопа в мире. Вы видите, какие там хрустальные дворцы, какие там вот сплошные какие-то там разломы, сплошные какие-то скалы, какая-то пыль это на Луне». А он говорит: «Ну, простите, вы же ищете белковую жизнь, а мы белковой жизни там не найдете. Опять же, мы же обладаем зрением вот таким, которым мы обладаем, а есть же кто-то, который обладает совсем другим зрением, скажем, инфракрасное воспринимает там лучи и так далее. Это же все по-другому, поэтому смотря чего мы ищем, так что вы правы, безусловно. А что такое жизнь? Она белковая, она Солнце, там тоже есть жизнь, просто там, скажем... Специфическая. Специфическая, да. Да. Ну так вот, тогда мне надо уточнить, или вы все-таки сможете как-то ответить на этот вопрос? По поводу белковой смогу. Ну, давайте ответьте. Вот наши карты выпали. Так, и что мы видим в этих картах? Луна, башня, этот самый, умеренность. Так. Повешенные и влюбленные. Воды нет, жизни нет. Угу. А ведь Луна, насколько я помню, там вода. Вообще Луна связана с водой. Почему? Мы ничего не знаем про Луну. Мы смотрели про Марс. Мы смотрели про... А, ну да, правильно. Я как-то переключился на Луну. Хорошо, тогда а на Луне? Или это надо вот опять все разрисовать? Белковая. Белковая. Да. Вам вообще задавали такого рода вопрос или нет в вашей практике? Я всегда провоцирую на такой вопрос. Да? Вот я не знаю, что спросить. Говорю, давайте посмотрим про жизнь на Марсе. Не хочу про Марс. Давай, когда я замуж выйду. Знаете, что, где, когда, там есть расхожий ответ на все вопросы. Универсальный ответ. Если не знаешь, как ответить, говори Пушкин. Понятно. Так, ну вот у нас карты не такие определенные, кстати, как по поводу Марса. Значит, Луна, маг, Иеров – это жрица, император и Солнце. Белковая жизнь сомнительна. Сомнительно, но теоретически возможно. Сомнительно. Понял. К вам вопрос такой. Ну, у меня... Я как-то сам интересуюсь Таро, правда, в нем абсолютно, ну, будем говорить, практически ничего не понимаю, но только какие-то зачатки есть. Вот то, что вы показываете карты, мне непонятна ваша колода, поскольку я привык к Таро Уэйта, Таро Райдера, ну, Райдера Уэйта, разные там. Буквально сегодня я получил мини-Райдера, мини-Уэйта, точнее. Да. Приятно. Да. Да. А это хорошая колода, это очень хорошая колода. Колода Таро Фредерика, магическая Таро Фредерика Лионелла, был такой француз, да. Написал «Алхимик». Кстати, участвовал в сопротивлении, сражался с фашистами, что, конечно, повышает его значимость. Да. Угу. Вот. И вот он сделал такую колоду. Мне она попала совершенно случайно. И это, наверное, лучшая колода из всех, с которыми я работал. А я работал порядка со 100 колодами. А лучшая в каком плане? Вот удобная, хорошо работает. Я получаю там информации больше, чем на каких-то других колодах. Вот что называется по руке. Она легла на душу мне. И я очень доволен этой колодой. Она своя, специфическая, странная. Ну, вот фактически это моя главная колода. У меня, собственно, их две. Рабочих две. Уэйт и вот эта магическая колода. Понятно. Ну, я хотел бы немножко, обращаясь к нашим радиослушателям, сказать вот о чем. Те, кто нас будет слушать, безусловно, они тогда об этом узнают, мы будем объявлять. Но в преддверии вот завтрашнего, завтра наступает, послезавтра, ночь завтра, на послезавтра наступает Новый год, 2016 год, и в следующее воскресенье, не 3-го, 10 января, мы планируем
пригласить. Мы планируем такой, ну, что-либо, что-то вроде эзотерического фестиваля в Сан-Гейтс организовать. То есть будут несколько человек, они будут находиться на скайпе, поскольку они находятся за пределами Соединенных Штатов. Вот один из этих людей будет Сергей Савченко, и поэтому, да, поприветствуем Сергея, и поэтому вот люди могут в преддверии этого подумать над вопросами, которые можно задать. Ну, вы начали отвечать на этот вопрос, а я немножко вас перебил. Все-таки, Таро, ну, что и какова все-таки вероятность ответа, да, если мы это все-таки определим, вот человек хочет узнать, ну, успешно ли у него сложится бизнес, или она, он, будут ли успешны в своих отношениях с противоположным полом в браке. Что, вот буквально на любой вопрос можно ответить, и еще раз, насколько это достоверно? Значит, первое, что надо знать, стопроцентной достоверности быть просто не может. Просто. Как бы ты хорошо ни работал, как бы ты хорошо ни знал карты, как бы ты хорошо ни настраивался, ты человек, рано или поздно ты ошибешься. Человек, который говорит, что он никогда не ошибался, я вот совсем недавно наткнулся на такое высказывание, я гадаю 3 года, дама пишет, и ни разу не ошиблась. Я просто не верю в это. Потому что я знаю, что ты ошибаешься. Потому что ты человек. Потому что у тебя нет прямого телефона с Богом, чтобы ты мог ему позвонить и уточнить, что как, будет там с Васей или с Петей или с Машей. Естественно, это не очень приятно, это не очень хорошо, но это момент, который надо учитывать. Но я вам скажу, что нет людей, которые не ошибаются. Что врачи, что механики автомобиля. Ну, казалось бы, да, вот автомобиль. Что там, ну, как можно ошибиться? Вот стучит, что стучит, непонятно. Разобрали, собрали, стучит. Почему? Не знаю, не можем понять. И это самый простой, самый очевидный случай. То есть нет 100%. Вот насколько ты хорош, да, это насколько ты близок к этим 100%. Вы имеете в виду, ты это тот человек, который занимается раскладом Таро? Да, то есть в данном случае это вы? Это я, да. Вот у меня есть брат. Мой брат вел статистику. В течение 2 лет он записывал все мои гадания, которые я ему делал по его работе. У него бригада, которая занимается трубами, батареями, вот всей этой канализацией. И периодически там случаются проблемы. То заказчики не хотят рассчитываться, то авария какая-нибудь, а там большой объект, там работало несколько бригад. И вот кто виноват, кто накосячил, кто будет за это все, естественно, отвечать, оплачивать это все и так далее. Или там он связывается с заказчиком, насколько он порядочный, насколько с ним можно работать, насколько это там разумно ввязываться в этот проект там, и все такое. И вот я ему 2 года гадал. Это было практически каждый день. Ну, то есть за редким исключением. А иногда и 2 раза в день, потому что одна бригада туда пошла, вторая туда пошла. Он потом посчитал. Это было порядка 50%. От 80 до 90%. Это колоссальное. 80-90% вы говорите, это было правильно. То есть то, что вы ему говорили, было правильно. Да, я считаю, это просто колоссально. Колоссальная точность. Это очень серьезно, это без сомнения очень серьезно. Но 10% есть, да? 10% есть. Но одновременно я ему гадал на его личную жизнь. У него женщин этих было в тот момент просто некое безумное количество. И мне в страшном сне столько их не приснится. И вот там было 50-60-70. 50-60, ну не больше. Угу. Тоже как бы хорошо, но значительно менее точно, чем по этому самому. Да я вам скажу, с женщинами всегда проблема. Ну, да, это факт. Не проблема с женщинами, а вот как-то вот так вот, да. Поэтому тут и 50, 60, и 70, меньше, чем 80-90. Вот берем сухую статистику, да, и задаем вопрос, ну, какой вопрос? Вот у нас Новый год. Ну, второе, насколько я понимаю, трудно задать вопрос, ну, скажем, вопрос, что нам принесет 2016 год? Ну, что он принесет? Нет такого ответа. Будет ли он хороший или плохой? Вот такой вопрос, да. Вы должны ответить, да или нет, правильно? Нам это кому? Нам это спрашивающим, а вам отвечающим виднее, конечно. Нет. Нам, жителям Земли, нам, жителям Америки, нам, Михаилу. Давайте, ну, я еще не Николай Второй, Надо работать в этом направлении. Так пытаюсь, но
вот с помощью вашей, я надеюсь, как-то вот будем двигаться. Нет, ну давайте мы возьмем Соединенные Штаты Америки. Мы как-то вот проживаем на этой территории. Вот возьмем в масштабе Соединенных Штатов Америки, а потом будем детализировать. Хорошо. Хорошо. Так, вы хотите ответить на вопрос, что принесет Соединенным Штатам Америки 2016 год? Вы же не можете ответить. Если... Таро, точнее, не могут ответить. Почему? А как? Неважно. Любой вопрос. Нет ограничений. Любой вопрос. Лишь бы он содержал логику. То есть, вы задаете некий вопрос. Если на него можно представить ответ, его можно задавать. Если на него бессмысленно представлять ответ, ну, такое ты ты. У меня параллельно, простите, я вас буду все время перебивать, но у меня параллельный вопрос. Дело в том, что, насколько я понимаю, как я это себе представляю, карты Таро и человек, который, скажем, владеет этим мастерством, этой наукой, он, ну, это своего рода медитация. То есть, каким-то образом, он же сам вытягивает, это же не я вытягиваю эти карты. Вот если я буду вытягивать карты, тогда это буду я. А так вы вытягиваете карты. Скажите, не может ли повлиять ваше настроение, ваше умонастроение? Безусловно. Безусловно. Вот. То есть вы же представляете, ну, у нас же кто-то хочет как-то посеять, как всегда в этом мире, рознь. Посеять рознь, да, и между Соединенными Штатами и Россией. Безусловно. Поэтому, естественно, находясь на территории России, вы как-то подвержены волей-неволей, ну, влиянием средств массовой информации, которые твердят, что и то, ну, я примерно знаю, что там говорят, то же самое и у нас. Как-то. Это не важно совершенно, что они говорят. То есть, не влияет, вы не влияете на выбор. Карты, нет, я влияю. Я влияю, безусловно, я влияю. Но вот это зная об этом, я ввожу корректировку, я ввожу поправки. А, окей. Во-первых, я внутри себя специальным образом настраиваюсь на то, чтобы свести это влияние к минимуму. То есть я, ну, иногда вот приходит неприятный человек, да, то есть неважно почему, от него дурной запах, или он задает какие-то вопросы, которые идут в разрез с моими там мировоззрением и всем остальным. Но он пришел ко мне. Это не мое дело оценивать его. Либо я отказываюсь от работы вообще в принципе сразу, либо я соглашаюсь и работаю. И мне плевать какой он. Мне все равно. Я отстранился. Я потом это все скажу, когда он уйдет. Да. Поэтому и у меня нет, лично у меня нет ни ненависти, ни злости, ни еще чего-то по поводу Америки. Ну, слава Богу. Да, так вот, что день, что год грядущий нам готовит? Иерофант раз. Так. Колесница 2. Правосудие 3. Да. Мир 4. Волна 5. Войны не будет. Насколько я понимаю все эти карты, насколько я очень чуть-чуть знаю, это неплохие карты. Войны не будет. Войны не будет где? На территории Америки? На территории Америки. Окей, войны не будет. Ну, войны не будет, как бы, это, слава Богу, конечно, но конкретизирую тогда. Будет ли какие-то, скажем, политические события, которые будут трясти страну в отношении, скажем так, ну, скажем... Революции не будет, массовых беспорядков не будет. Я прошу прощения, я уточню 16-й год. Мы сейчас говорим только 16-й год. Да. Только 16-й год. Так. Значит, массовых беспорядков не будет. А какие-то политические события, которые будут влиять на... Ну, насколько я знаю, будут выборы. Не-не-не, сейчас к выборам мы еще дойдем. Это будет специфический отдельный вопрос. Две карты политические. Иерофант и правосудие. Вот как раз выборы мы и видим. Поясните, пожалуйста. То есть, будет, вот это будет, скажем, событие, которое... Главное. Происходит. Это главное. Это главное событие 2016 года. Ну, наверное, действительно главное событие. Ну, хорошо. Конкретный вопрос. Экономический кризис. Положение экономики в Соединенных Штатах Америки. Оно остается на прежнем уровне? Увеличивается или ухудшается? Значит, мы берем сегодняшнее как ноль и смотрим вверх или вниз от сегодня. Сегодня это, ну, сегодня условно прошлый год. Нет, сегодня 30 декабря. Мы делаем оборот 30 декабря следующего года. Хорошо. В общем и целом. Да. Но тут тоже, знаете, как в больнице, да, в одних высокая температура, одни умерли. Температура по больнице, да? 28 градусов, да. Понятно. Ну, если в Цельсиях, то маловато вообще-то.
Так, значит, что у нас выпало? Вообще показывать карты или не обязательно? Ну, покажите, почему нет. Кто-то у нас разбирается. Даже я чуть-чуть, правда, эта колода мне не знакома, если вы будете рассказывать. Мир? Чего там? Мир, отшельник, император, башня, влюбленная. Угу. Тут надо секунду подумать. Я вас не тороплю. Это очень важно знать. Да, я бы даже достал две дополнительные карты. Иерофант и Солнце. О. Значит, ситуация будет вот такая вот. Но в целом она улучшится. То есть, будем так говорить, ступеньки вверх-вниз, вверх-вниз, но направление этих ступенек все-таки по нарастающей вверх, да? Будем так говорить, вот да. Мы идем по склону вверх, да? То есть улучшение идет. Я, конечно, человек далекий от экономики, от финансов, от всего на свете. Мне очень трудно представить, как такое может быть. Но результат будет, я не знаю, насколько лучше, чем сегодня. Но в общем и целом американцы будут чувствовать себя чуть легче, чем сегодня. Ну, я надеюсь, политики Соединенных Штатов послушают нашу программу на YouTube, переведут, точнее, на английский язык, да, и они тогда поймут, что очень много теряют, не слушая первой нашей программы и не знакомые с Сергеем Савченко, дорогие друзья, очень, так скажем, настаиваю познакомиться. Это вам поможет. Собственно говоря, как и многие другие программы, которые мы ведем на радиостанции центра, на интернет-портале радиоцентра Сангейтс. Хорошо. А тогда такой следующий вопрос. Ну, Соединенные Штаты – это страна большая, как мы знаем. Ну вот, радиоцентр Сангейтс находится в городе Чикаго. Чикаго, ну, будем говорить, третий по величине, по значимости, может быть, город в Соединенных Штатах, это после Нью-Йорка, Лос-Анджелеса. Ну, на всякий случай. Так вот, как дела в Чикаго конкретно? Или это трудно сказать, поскольку мы находимся внутри Соединенных Штатов? Да нет проблемы. Нет. Угу. Хорошо. Ой. Хорошо. У нас все хорошо. Хорошо. У вас все хорошо. Отлично. Луна. Ой, Луна, что я уже заговариваюсь к концу дня. Да. Влюбленные, звезда, императрица, жрица и шут. Угу. Все хорошо. Угу. Нет чего-то ужасного. Значит, у нас есть три положения. Плюс, ноль и минус. Некоторые люди считают, что ноль – это плохо. То есть, отсутствие хороших новостей – это плохо. Я считаю, что отсутствие плохих новостей – это хорошо. То есть я склонен ноль рассматривать как плюс, а не как минус. И нет ничего ужасного. Нет катастрофы, нет войны, нет такого, как было при Аль Капоне, когда лупили из автоматов по улицам. То есть ничего такого нет. Вы имеете в виду шута-дурака, да? Да, нет. Ноль, да? Нет, сами карты. Сам набор карт очень хороший, мирный, неконфликтный, не ужасный, не катастрофичный. Угу. А давайте мы посмотрим тогда Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Нью-Йорк. То же самое, ну, Нью-Йорк, там кто-то говорит... Город контрастов. Да. Кто-то говорит столица мира, некоторые говорят, а кто им дал такое, в общем-то... Право называться столицей мира. Взяли себе и присвоили право столицы мира. Это я слышал такие... Но, тем не менее, город, так сказать, серьезный. Нью-Йорк, ситуация будет хуже. Хуже. У нас здесь есть дьявол, башня. Угу. 17-я карта, звезда, солнце и сила. Я не знаю, что это значит. Угу. Башня и дьявол – это вообще не очень хорошая комбинация, не очень хорошее сочетание. Это могут быть катастрофы, это могут быть аварии, это могут быть какие-то скандалы ужасные, мерзкие там и так далее. Трудно сказать, что конкретно. То есть это надо... Тут есть момент такой. Если бы вы были президентом США и делали такой бы расплан, заказывали, это было бы точнее.
Потому что ваша личная заинтересованность в этом, ваша личная настройка, она бы сыграла позитивно. Но так мы можем просто издали глянуть, вот да, вот гора. Но мы не видим там всех тропок на этой горе, всех нюансов этой горы. Мы разглядели гору, и это уже хороший результат. В Нью-Йорке ситуация будет хуже, чем в Чикаго. Понятно. А скажите, ну, во-первых, Нью-Йорк находится, как мы знаем, на океане. И было пару, скажем, штормов. Один не затронул, а второй довольно серьезно как бы затронул. Скажите, не будет ли в следующем году, в 2016 году, вот каких-то таких вот... ну, природных катаклизмов. Природных, да, катастроф, можно так сказать. Мы сейчас пока о 2016, потом посмотрим дальше. Дай Бог. Я хорошо вижу на год. На год, отлично. Я конечно, могу погадать на 5 и на 10, но хорошо вижу на год. Все, я не вижу природных каких-то больших катастроф. Угу. Вот как был Катрина, да, в Нью-Орлеане. Да, угу. Такого вот нет. Такого нет. Угу. Такого нет. Ну, то есть локальные какие-то события могут, естественно, происходить, но не огромного масштаба такого. Я понял. Хорошо, вопрос к вам такой тогда. Ну, главное событие года, как вы уже сами сказали, да и мы тут все знаем, это выборы президента Соединенных Штатов Америки. Ну, вопрос простой. Как это будет, мужчина или женщина? Дяденька или тетенька? Да. Вы знаете, я задавал этот вопрос астрологам некоторым. Экстрасенсам, точнее, не астрологам. А с астрологами у нас завтра будет программа по времени города Чикаго довольно рано, но поскольку завтра уже практически у всех Новый год на вашей территории, то разница 9 часов с Москвой. У нас 8, так сказать, у вас уже 17 часов, и уже идет полным ходом подготовка к поеданию салата оливье. Это мы все знаем. Включение телевизора и там смотрение известного всего фильма. Вот. Поэтому мы начинаем завтра с астрологом программу в 8 утра. Это для тех, кто сегодня... Я сегодня постараюсь выложить нашу с вами программу. И кто-то, может быть, посмотря ее, захочет завтра тоже присоединиться к нам в эфир. Поэтому повторяю, в 8 утра по времени города Чикаго. В Нью-Йорке 9 утра. Я уже делал расклад на это. Да? Я кому? Написал карту. Нам? Ну, был вопрос такой. Был. Угу. У меня и первый раз выпало, что тетенька очень сомнительна. И второй раз выпало, что тетенька сомнительна. Ага. У меня нет 100% уверенности, что я вижу это точно. Угу. Но вот по картам я не могу сказать ничего другого. Тетенька сомнительна. Угу. Шансы дяденьки более вероятны. А если я вам задам вопрос конкретно, вот просто ответить, я называю фамилию, а вы говорите да или нет? Хорошо. Да? Ну, у нас один из кандидатов, независимых кандидатов, не принадлежащих никакой партии, вот есть такой человек, Дональд Трамп. Слышали? Да, я знаю его. Да. А будет ли он президентом? Что нам говорят об этом карты Таро? Вот, кстати, теория шести рукопожатий. Мой компаньон знаком с человеком, который персональный ученик Дональда Трампа. Да? Да. Нет, он не будет президентом. У него прекрасные карты, но он не будет президентом. Вот. Ну, интрига. Интрига у нас проявляется. Хорошо, будем тогда искать вариантов. Ну, ближе мы узнаем. Обычно выплывает так, темная лошадка какая-то. А сколько там всего народу? 3-5. Ну, побольше. На самом деле, побольше. Сейчас вот тут ко мне зашли, и сейчас я задам вопрос. Человек разбирается в политике. Скажи, пожалуйста, сколько на сегодняшний день кандидатов в президенты? 10 от республиканцев и где-то 4. 10 от республиканцев и 4 от демократов, правильно? И независимых парочку. Мы еще особо о себе не заявляем. Ну как, я имею в виду Дональда. Он зависим от республиканцев. Он от республиканцев. Ну окей. Ну тут нам сообщают очень интересные новости. Это я, простите, радиослушатели, обращаюсь к человеку, который
вот недавно из Нью-Йорка, он больше в курсе событий. Ну и многие вещи знает того, чего я и близко не знаю. Я как-то так сбоку ведущий программы, там руководитель центра Сан-Гейтс. Это у меня немножко другая специфика. Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Скажите, ну вот Таро в жизни человека. И что? Вот у человека какой-то идет период в жизни. Ну, мы все проходим периоды жизни какие-то. Ну, бывают взлеты, бывают падения. Вам надо... Вот я хочу узнать, скажем так, о каком-то человеке. Вам надо его имя, вам надо с ним побеседовать? Ничего не надо. Ничего не надо, да? Ничего не надо. Мне нужен человек, который будет задавать вопросы. Все. Ага. То есть, вот смотрите, я почему задаю такой вопрос. Вот существует компания, существует три компаньона. И я почему решил вам задать такой вопрос, когда я был в Индии, там, лет 8-9 тому назад, была одна пара, они приехали из Украины, и я был переводчиком с английского на русский, поскольку, ну, индусы, астрологи, они на английском, естественно, отвечали. И вот... Он хозяин, это был женой, хозяин одной фирмы. И он задает вопрос. У меня два человека, мои компаньоны. Вот у меня есть полное ощущение, что один из них меня обманывает. Скажите, кто это? Ну, тот астролог задал ему вопрос, а как имена этих людей? Потому что вот я вам задаю, вам не надо имена. Он задал, какие имена. И он сказал, вот этот обманывает. Они между собой переглянулись, потом они мне говорят, да, мы на него как раз и думали. То есть Таро, в принципе, может на такой вопрос ответить. Значит, в этой ситуации я бы попросил сказать, что я, вы их хоть как-то назовите, там, хоть Петя, Вася, мне все равно, как вы их назовете. Просто, чтобы один отличался от второго. Там, высокий, низкий, толстый, худой. Неважно как. Вот, вот это первый, и вы знаете, что это от, о ком мы говорим, да? А вот это второй, и вы точно знаете, о ком мы говорим. И мы проверяем, ну все, вся проблема. Ну, хорошо. Дело в том, что, скажем, если я был, задал бы вам вопрос о Сан-Гейтс, то мне не из кого выбирать, есть я. И причем не самый лучший, конечно, а есть моя жена. Поэтому из двух человек я бы выбрал жену. Вы бы это, естественно, подтвердили. Мне, ну вот если мы говорим о Сан-Гейтсе. У меня к вам другой вопрос. Скажите, у меня мечта такая есть. А мечта заключается в том, что, ну, как-то так получилось, что я не вижу наш центр, как и не хотел бы, чтобы этот центр занимался бизнесом. В Америке все, как мы понимаем, бизнес. Но, тем не менее, это центр информации, центр знания, это центр помощи, центр здоровья и так далее, и так далее. Но люди-то, ну, это мои намерения. Я вот хочу, а люди, скажем так, не понимают, и не верят, и не знают. Скажите, вот эта ситуация в 2016 году, люди начнут приходить больше, чем они приходят сейчас, потому что половина у нас мероприятий благотворительных. Никто за это даже деньги не берет. Просто, ну, люди не знают. Вот такой вопрос я мог бы вам задать? Приходят для чего? Будут приходить для чего? Ну, для получения сервисов, для получения. Просто придут на какие-то мероприятия, допустим, которые мы устраиваем. То есть увеличится ли количество посетителей? Посетителей, да, нашего центра Сан-Гейтс. Ну, мне легче все-таки, я, так сказать... Если кто-то был со стороны, он мог бы, наверное, задать вопрос, что, в общем-то, мы и постараемся сделать 10 января, когда у нас будет такой вот эзотерический фестиваль. Значит, смотрите, что у нас выпал. У нас выпал дьявол, у нас выпал иерофант, маг, смерть и повешенный. И я должен вас немножечко огорчить. Вот. Если вы оставите все как есть, у вас не увеличится. То есть я не знаю, что именно вы должны менять в своей работе. Возможно, это реклама. Возможно. Потому что дьявол, есть такое значение, реклама, информация. Может быть, о вас мало знают. Может быть, о вас не знают то, что должны знать, то, что вот могло бы привлечь людей и так далее. Но если все оставить как есть, ничего не делать, ничего не менять, работать, как вы работаете, нет, не увеличится. Если же вы будете менять, может быть, по-разному. Окей, тогда у меня вытекает из этого следующий вопрос. Да. То есть, вот вы мне сейчас дали информацию, которую вы сами получили из карт, вы мне дали информацию на 2016 год. Ну вот я воспринял эту информацию, и начиная завтра, условно говоря, я начал давать активную рекламу, начал везде там писать, сообщать и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ситуация
начало меняться. Но да. ведь вы же мне уже дали ответ, как бы, а да? Какой? А какой? О том, что... Ну, я понимаю, вы сейчас мне скажете, я же вам сказал, если вы не будете. Так вот, вы поменяли. У меня вопрос такой. Ситуация, то есть карты могут выпасть другие, скажем, через месяц. Мы возвращаемся, да, конечно, к тому, конечно. Вы можете сейчас задать вопрос, что мне сделать, если у вас есть какие-то конкретные планы. Да? То есть, вот план 1 проверяем, да, он будет работать. План 2 нет, план 2 не работает. План 3, план 3 намного лучше, чем план 1. Можно не задавать вопросы, начинать совершать какие-то действия. Мы смотрим карты, да, вы совершили действия, ситуация поменялась. Она начинает меняться к лучшему. Или наоборот, вы делаете ошибки, начинает меняться к лучшему. И здесь очень важно понять, что карты, которые выпали, это не приговор. Карты чаще всего, за редчайшим исключением, показывают наиболее естественный ход развития событий. Вот я оставляю все как есть. Вот я, ну вот как дерево растет. Там, оно растет под углом, там, ветер на него дует, вот оно так вырастает. Да? Оно, ветер не дует, оно вырастает прямое. Если же я начинаю его менять, я начинаю подрезать ветки, изгибать ветки, там что-то с этими ветками делать, оно вырастает в той форме, в которой я хочу его видеть, а не кто-то другой. Карты не приговор. Карты показывают наиболее вероятный ход развития событий. Вы хотите его изменить? Вы в силах его изменить? Вы понимаете, как это делать? Все, мы получаем результат, который вы хотите. Вы не понимаете, что делать. Ну, вот как с техникой, да? То да. есть, прежде чем включать, прочитай инструкцию. Нет, надо включить, нажать на все кнопки, посмотреть на дым, который пошел из-под корпуса, и только потом открыть инструкцию и удивиться, как я мог так поступить. Ну, вот здесь то же самое. То есть, я проверяю, какой вариант наиболее лучший. Есть у меня возможность поменять ситуацию или нет. Благоприятный прием для того, чтобы я сейчас начал это делать. Или неблагоприятно. Да, благоприятно. Да, этот план хорош. Все, я начинаю делать. Я наблюдаю результат. Я вношу коррекцию. Я уточняю. Вот я там делаю, я не вижу пока. Еще не созрело. Или вот скоро проявится. Или нужно усилить. Или там еще какой-нибудь момент. Все, я это делаю. Я получаю тот результат, который я хочу. Очень часто человек приходит... не за гаданием, не для того, чтобы узнать вот эти варианты и посмотреть. Вот жена приходит и говорит, я ненавижу своего мужа, как мне там с ним разойтись как можно быстрее? Вот так, хорошо. Но есть ли у нас шанс сохранить отношения? Да, есть, вот так. А как мне разойтись с ним, чтобы оставить его там без трусов? Вот так надо поступить. Это три разных варианта. А как мне лучше поступить? А что ты хочешь? Я не решаю за тебя, как тебе поступить. Я даю тебе информацию, на основании которой ты принимаешь решение, как тебе поступить. Но часто человек приходит и говорит, скажите, как мне поступить. Причем не надо мне разные варианты. Вот вы мне просто один вариант дайте, все, вот так. И мне не надо варианта, мне надо пророчество. Пророчество. Вот все, я хочу пророчество. Я хочу точно знать, что только так моя жизнь будет идти. Но я так не работаю, я не даю, я не пророк, я работаю с картами, я гадаю. Гадать мне, это и есть перебор вариантов. А если так, если так, если так, вот тогда это все может у нас быть. А Сергей, да. у меня тогда такой вопрос. Вот, скажем, у меня есть вариант, вы говорите, развитие центра. Первый вариант – реклама. А второй вариант у меня есть на примете – очень серьезный человек, с которым мы беседуем. И вот мне хотелось бы этого человека, чтобы он принимал в этом, так скажем, более активное участие или вообще участие. А как вы думаете, что мне вот из этих двух вариантов... А они лучше? Разве исключают друг друга? Нет, не исключают. Нет, ну есть нюансы. То есть, как мы знаем, реклама... Хоть она и двигатель торговли, но она достаточно дорогая, за нее надо очень серьезно платить. А если приходит человек, то вдвоем одна голова хорошо, две головы, как говорится, лучше. И тогда мы работаем на будущее, и мы что-то создаем вместе, появляются сразу какие-то там, скажем так, порядки. То есть на чем сделать приоритет? Да. На рекламе или на партнерстве? Да. Потому что реклама. Да. Маг, солнце и императрица. Вариант партнерства — отшельник, дьявол и луна. Реклама лучше, чем партнерство. Реклама лучше, чем партнерство. Партнерство таит слишком много неучтенных факторов, которые не очевидны сегодня. Сегодня они проявятся через время.
Я понял. Ну, вы знаете, на самом деле, все вопросы, которые я вам задаю, это всего лишь, повторяю, информация, большей части не для меня, это информация для... Мы работаем на аудиторию, то есть мы работаем на радиослушателя. То есть это те люди, которые, ну, будем считать, не знают, о чем вообще идет речь, что-то такое Таро относится к этому совершенно как-то непонятно. Многие вообще первый раз об этом слышат, я знаю такое. Мне кажется, вообще нет ни одного человека, который не знает, что такое Таро. Мы сегодня почитали, кстати, у нас на сайте Русской школы Таро, я являюсь ее основателем, 42 тысячи подписчиков. 42 тысячи. Да. Дорогие друзья, я один из 42 тысяч, да, являюсь подписчиком Русской школы Таро, которую руководит Сергей Савченко. Предлагаю последовать моему примеру. Информация очень интересная, знаю. Но еще раз повторюсь, я хотел бы, чтобы вся эта информация, о чем мы говорим, и как мы говорим, и для чего мы говорим, она была доступна как можно большему количеству людей, которые слушают нас. Почему эта информация действительно нам помогает, как мы ей распорядимся, это дело наше, но оно помогает, если мы правильно распорядимся этой информацией. Принять решение. Эта информация помогает принять решение. Мне товарищ мой сказал, у него маленькие дети, и они часто болеют, естественно, и он периодически мне пишет, вот заболел, насколько тяжело, серьезно, опасно, там, бежать в больницу, бить тревогу, или обойдется, или там, пилюлю дать, и все. И ну, я ему, естественно, отвечаю. Вот он мне написал, что ты мне сэкономил огромное количество седых волос просто. Потому что, когда я получаю информацию, что это не страшно, ну и не страшно, то есть день-два, и ребенок уже побежал там. Или я ему пишу, что серьезно, давай иди в больницу. И он идет в больницу, и оказывается, там воспаление легких скрытое, и ее надо серьезно лечить. Поэтому это не приговор, но это серьезная информация для принятия решений, для выстраивания плана своих действий. Ну, это очень интересно. Дорогие друзья, ну, время нашего эфира сегодняшнего подходит к концу. Мы должны освободить, во-первых, Сергея. У него уже достаточно поздно, поскольку... Сколько у вас? 12 часов уже, да? Полночь? 23:53. 23, да. Полночь близится, а Германа все нет. Да, но тем не менее, мы с Сергеем прощаемся только сегодня. И, во-первых, мы встречаемся по средам. Я хочу сказать, что по времени, скажем, Нью-Йорка это 12 часов, это полдень. По времени города Москвы это 8 часов вечера. Ну и мы встретимся в следующую среду, через неделю, по плану. А 10 января мы планируем сделать вот такой, что ли, интернет-образовательный эзотерический, что ли, такой фестиваль своего рода, с наличием мини-консультаций. Поэтому программа, которая будет совсем в скором, ближайшем будущем выставлена, до Нового года она будет выставлена в YouTube и Facebook, мы можем воспользоваться этим для того, чтобы подготовить наши вопросы и задать их Сергею в прямом эфире. Я просто повторю номер телефона для... Те, кто проживает на территории Соединенных Штатов, это бесплатный телефон 847-226-9956. Если вы хотите задать вопрос или каким-то образом по-другому, то это sungatesradio.com, sungatesradio.com, в Фейсбуке тоже Sungates Radio, в Ютубе тоже Sungates Radio. Ну и email последний, если все-таки кто-то хочет по email, это info. Первые четыре буквы слова информация, по-английски info, собачка, the, это артикль, Sungates, солнечный ворот, на конце буквы S, sungates.com. Сергей, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Да, с наступающим Новым годом. У вас уже всего сутки осталось до Нового года, у нас чуть-чуть больше. Ну и чтобы действительно и по Таро, и без Таро, чтобы следующий год, как и, в общем-то, последующие года принесли вам, ну, удовлетворение, счастье в том, что мы занимаемся. Я знаю, что для вас действительно это ваша жизнь, и это здорово и замечательно. Вы нашли себя в этом, я очень рад этому способствовать, поскольку эти программы, они, ну, так предположительно должны в этом помогать. Помогать. Да. Спасибо вам, Михаил. Было очень приятно с вами работать. Спасибо. Как всегда.
Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. И мы с Сергеем еще буквально...